Второй форум «Один пояс, один путь» собрал лидеров около 40 государств, представителей порядка 150 стран и регионов мира, глав ряда организаций, в том числе ООН. Среди участников форума и глава азербайджанского государства Ильхам Алиев. Как отметил в интервью телеканалу CBC представитель общественного объединения сотрудничества Азербайджан-Китай Рашад Керимов, Азербайджан играет важную роль в реализации этого многомиллиардного проекта. Азербайджан участвует во многих проектах международного уровня. К примеру, очень важный проект «Баку-Тбилиси-Карс». Связи между Азербайджаном и Китаем, как политические, так и экономические, развиваются с каждым днем. Транзит китайской продукции через Азербайджан в Европу является самым коротким и наиболее выгодным путем для Китая. Проект «Один пояс, один путь» впоследствии создаст и другие возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Установление тесного экономического и политического сотрудничества с передовыми странами – одно из приоритетных направлений государственной политики Азербайджана. Реализация этого проекта полностью соответствует нашей экономической политике. После открытия Баку-Тбилиси-Карс в ближайшем будущем Азербайджан превратится в большой крупный логистический центр. Обладая очень важным географическим положением, Азербайджан фактически является транспортно-транзитным мостом, связывающим север с югом, запад с востоком. Участие в этом проекте принесет в экономику нашей страны новые инвестиции, что соответствует нашим политическим и экономическим интересам. Формирование важного транспортного узла в Азербайджане будет способствовать ускоренному развитию азербайджанской экономики. Проект также откроет новые возможности торгового сотрудничества между странами-участницами. Проект Китая «Один пояс, один путь» получил большую поддержку в глобальном масштабе. Для того, чтобы объединить два конца света, самый короткий путь – это исторически сформировавшийся шелковый путь. Значимость проекта также состоит в перевозке транзитных грузов и их переработке. Появится возможность доставки грузов из Китая в Азербайджан в качестве полуфабрикатов, которые уже здесь будут превращаться в готовый продукт и переправляться к заказчикам на Западе. Проект «Один пояс, один путь» – важная платформа для международного энергетического сотрудничества. Цель заключается в том, чтобы найти решение проблем, с которыми сталкиваются страны-участницы, способствовать защите окружающей среды, борьбе с изменением климата, обеспечить энергетическую безопасность и устойчивое развитие. Инициатива «Один пояс, один путь» – концепция, предложенная в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином с целью активизации международных многосторонних торгово-инвестиционных проектов с участием как можно большего числа стран и использованием китайского, а также зарубежного капиталов. На сегодняшний день к ее реализации в той или иной мере присоединились 124 страны мира и 29 международных организаций. Медина Гурбанова, Джавид Гадыров, CBC.